Сидим, смотрим фильм вечером. Как называется? «Однажды в Голливуде». Да, «Однажды в Голливуде». Новый. Как тут Брэд... Как его зовут? Брэд Питт? Да. Снимается с это... С как его? Со вторым? С Ди Каприо. Ой, день сурка. Надо убираться. Посмотрите, что здесь. У меня куча посуды. Приходили гости. Ну, родители приходили, да, мои, вы видели. Сейчас буду пылесосить. Она же ничего не сохнет, видите, мне нужно назад все это заносить. Я сушу вот на обогревателе, на батареях. Вот. Ой, тут холодно просто. И это потихоньку выношу. Так, у нас муж учудил, знаете, взял, положил, короче. Там сейчас покажу. В общем, мне надо выбрать мыло для тела. Это я раскрываю, чтобы оно подсыхало для резки мыла. Вот так вот лежит, здесь сохнет мыло. Это потом будем руки мыть. Или я режу, потому что мне нравится его резать. Вот в предыдущем видео я показывала. И запах такой идет классно здесь. Пахнет хорошо. Приятно. На лоджии. Так, я вот думаю, какой же взять для тела. Либо вот это с Америки, либо вот этот Монпари. Давайте, наверное, возьмем американское. Не буду я его резать. Возьмем его вот это вот. Отнесем в ванную. Вот это. С лаймом. Ой, холодно-то как. Это носки, их нужно женить. Ну, короче, разобрать, перебрать. Смотрите, вот мужики тоже хуже детей. Не хуже детей, не лучше детей, неправильно выговорилась. Ага, он убрал уже отсюда. Он сюда положил, это грязь тамбуканская, пятигорская. Здесь же вода. И вот он ее назад положил. На самом деле она там лежала, она все размякла. Это как мы любим. Такое вот мыло. Natural. Ромашка тут есть. Без содиумов никак. Или глицерин. Милк, что? Молоко, что ли? О-о-о. Бомба. А-а-а, вкусно пахнет. После того, как я на мороз выйду... Холод у меня потом трусит. Все, мне надо убираться. Вот мыло застывшее, надо что-то придумать, его перелить куда-то, чтобы тоже не стояло, не воняло на всю квартиру. Вот. Ну что, поехали. Включаем музыку, я не знаю, или передачу. Вот ты не поверишь, сейчас включу, и все, будем работать по хозяйству. А что еще женщина в декрете может делать, как не заниматься, как готовка, ребенок, уборка. Туда-сюда. Одно и то же каждый день. Все, я готовила пюрешку. Сажусь ужинать. Одна ножка папина. Копченая, которую обожаю. Ну, оно же вредное и очень редко покупаем. Там раз в полгода, раз в год. Вот. И Захар уже покушал супчик. Вот. Все. Смотрю Лену Ильичеву. Так что... И чай пьем. Всем приятного аппетита. Ну что, ну что, ну что, я пришла маску делать. Сейчас заколю волосы. Искала заколку. Так, ну что взять? У меня тут две... Выбор-то особо такой. У меня две виленты. Давайте с Б3 сделаем. Вот эту. В общем, Б3, Б12, спирулина. Выравнивает тон кожи. Мой на-на, мой голос. Та-та, та-ра-ра-ра-ра. Сейчас YouTube включает рекламу с Нюшей. Я как бы не особо ее люблю, но
Вот эта песня мне понравилась в ее исполнении. Про Эйвон, Туша Эйвон. Открывайся. Аж на шею. Посмотрите туда, посмотри в глаза, на-на-на-на-на. На кого, на кого, ты меня, меня променял. Ты делай маску, потом купаюсь. А потом брекаюсь. На мужа. На озеро едем. Вот такой спуск. Это я начала снимать еще не с начала. Вы знаете, блогеры они такие. Либо истинные блогеры, либо недоделанные. Истинные получают хорошие деньги, а недоделанные выкладывают мыло, резку мыла. Ну что, просто домой не хотелось идти сейчас. Сколько выдержим, тут, наверное, холодно и... Домой поедем. Ой, тут, походу, трубы что-то меняют. А, о чем приперлись? Мы же его спустили. Море-то. Посмотрим. Море спустили. Наверное, на санках катают. Когда этот? И прям на дорогу вылетает. Машина. Антон, спрячешь? Ой, что-то меня это... Может, спрячь? Тянет, клонит вниз куда-то. Уклон, потому что... Вон, беседку, будку сделали. Что, мы, наверное, вот так пойдем, потому что там мы не поднимемся, там мы дальше пойдем. Самольский пруд в Ставрополе. У нас же нет ни речки, ни моря. И ремонтируют, в общем. Все перекопали. Мы туда не пойдем, там грязь. Там нельзя, ты что? Надо слушаться. Захар в плане отдыха не понимает слова «нельзя». Поэтому у нас и нет никакого отдыха. И мы никуда не ездим отдыхать. Ой-ой-ой, что такое? Все? С таким, как ты, про какие-то рыбалки папа еще говорил. Что такое? Уже кушать хочется. Сейчас придем, а дома нету этой муки. Постоянно говорит, что поднимается быстрее, чем спускается по этой дороге на машине. Наверное, потому что когда ты спускаешься, на тормоза жмешь. А здесь на газ. Это Катя сказала. Гля, сама доперла. Церквушка. Миздрам театр. Ну, это центр города. Исторический. Башачка, конечно, поваливает. Башка. Телевидение. Это Институт Северо-Кавказский федеральный. У нас очень много институтов, университетов. Когда муж приехал, я его попросила, он святую, кстати, вот, кстати, святую воду набрать надо было. Здесь машину припарковал, да, у него эвакуировали, мы все стоят, я спокойно.
И он гнался с водой, с 5-литровой баклажкой, бедный, и за машиной. Ну, сколько ты заплатил ему взятку? 2-3. В общем, дал ему 2000, пришел, короче, со святой водой, денег нет. Жесть, короче, сходил. Хорошо, догнал. Да, догнал. А вот в этом здании длинном я почти, ну, Захарке делала УЗИ, когда она была беременна Захаром. На УЗИ ходила по беременности. Заплатно. Ну так особо ничего не это, не взяли. Жизненно важные. Бедра для бульона, сыр гауда. Потом колбаска, это все на завтра. Колбаска, не знаю, какая-то тавровская, по-деревенски. Мне кажется, это же не пробовали мы такую. Так, это Захарки сырки, чтобы ребенок что-то жевал. И актимельки ему. Ну, у нас там есть актимель, это я докупила, чтобы дотянуть до конца месяца, до зарплаты папиной. Ищет. Тут абады, потом покажу, сайхерба. У нас сегодня на ужин опять. Мы так подумали, да, с мужем, что сделать, и пришли к выводу, что... Что-то я не знаю, смогу ли я что-то с ним слепить, какое-то оно странное. Это для выпечки, может. Какая разница? Ну, оно разваливается, я вижу. Ничего оно не разваливается, сейчас я сделаю. Вот. Я мужа прошу, чтобы он тесто смесил, потому что мне тяжело это делать. Варится здесь курица. Вот, я даже сейчас, наверное, вот сейчас, наверное, засеку. Сколько вот от этого времени? Полчаса ему 40 минут курицы дать. Да, она не кипит, потому что хочу, чтобы бульон был почище. 3 головки чеснока, да, здесь? Сейчас бульоном будем засыпать. Ну, короче, знаете, я попробовала, напоминает гречку. Как будто гречневая мука. Лучше, конечно, если уж пшеничная, глютеновая, ядовитая, то уж просто белая. Садимся ужинать. Так, фильм, честно, не можем сказать. Какой-то Стайбер 209 какой-то. Не знаю, в общем, вот такие. Ну, очень на гречку похожи эти. Это гречневая мука, вот видите? Необычный. Необычный, да. Вот тут аж 3 головки. Вот благодаря чесноку, может быть, не так будет. Потому что она прям... Ну, короче, плохо молотая, да, мука получается? Ну да, крупная. И по-моему, она прям прилипает к зубам. Как будто дома взбили гречню. Все. Мясо вот. Все, и бульончик. Всем приятного аппетита. В общем, фильм называется... Али Рули про таксиста и про полицейского. Ой. Стил, шофер. Поездка еще не закончена. У меня идея. Я брошу баллон с пропаном. Мне понравился фильм этот. Интереснее, чем предыдущий с Брэдом Питтом и Колин... Ой, Ди Каприо. Ой, как интересно. Выделяется. А это наше.